165 тысяч туристов провели первые дни 2019-го у нас в гостях. А накануне в Тюмени снова встречали Новый год. Только на этот раз по-корейски. На праздник приехала Анита Цой. Мы собираемся, накрываем столы и празднуем все вместе, отмечаем, как обычно. Эти сладости делаются очень долго, может быть, даже месяц, а то и больше. Кореянку не возьмут замуж, если она не умеет делать вот такое. Да? Ой, вот это, наверное, сейчас. Может быть, раньше это так и было, но сейчас уже мы все настолько современные. Сегодня в 3 часа дня вся моя семья собралась у нас дома. Мамы сели за стол, старшие приехали, их дети накрыли столы. Мне выслали все в сеть посмотреть, как это происходит. Это женский костюм. Он состоит из двух частей. Чогори и юбка, чами. Есть мужчины сегодня, у них тоже называется чогори и пади. Пади – это брюки. У нас появился в Тюмени почетный консул Республики Корея, Самкаев Игорь Михайлович. До этого были два консула в Ростове и в Екатеринбурге. Может быть, в прошлой жизни я был корейцем, но действительно мне очень нравится страна, Республика Корея, теми достижениями, той наукой. И, конечно же, они очень хорошо, дружелюбно относятся к России. В холодном достаточно месте нашей страны самая горячая, радушная публика. Дорогие мои друзья, и корейцы, и не корейцы, я хочу пожелать вам в этот прекрасный, удивительный Новый год желтой свиньи, чтобы все были здоровы. С любовью, ваша Анита Цой.